Новости нашего питомника. Пришла собрать заказики ваши и хочу вам провести обзор саженцев. Посмотрите, многие уже начинают зацветать. То есть вот такие саженцы я предлагаю к пересылке. Это у нас идет Magical Candle. Саженец уже на цвету. Это уже прямо большие взрослые кусты. Это уже не просто укорененные черенки. Тут где-то я видела. Вот, посмотрите. Диамантина. Саженец уже на цвету. 0,5 литре. Ванила фрайс. Тоже вот какой хороший саженец. Уже кустик большой. Это Сандей фрайс. Тоже жирные кустики. Полярный медведь. Лаймлайт. Диамантина. Мэджикл Кэндли. Страубери блоссом, пинки промис. Вот такие хорошенькие саженцы уже пинки промис. Литл пассио. Кто еще у нас тут есть? Граффити. Даймонд руж. Это кто у нас? Посмотрим сейчас. Это у нас... Тоже Magical Candle. Самарская Лидия уже готова. Вот такие хорошенькие кустики. А здесь подрастают мои малыши. Малыши этого года черенкования. Замечательные саженцы. Это у нас Самарская Лидия. Это у нас... Фантом. Так, Пинки Промис. Посмотрите, какие зеленые, сочные листья. Без признаков клеща. Фу-фу-фу. А вот это мы так не оставим. Это надо прищипнуть. Вот так. Чтобы никаких палочек у нас тут не было. Ванила Фрайс подрастает. Коттон Крим, маленькая белая гортензия подрастает. В общем, растут мои красотки. Вот. Пробежалась мимо, не утерпела, прищипнула. Приготовила кассету на заказ. Здесь у нас полярный медведь, бобо, полистар. Это у нас Геркулес, Самарская Лидия, Граффити и Мохито. Черенки разного возраста, и поэтому немножко такая разница в росте. Но они все уже с корешками, и все уже хорошо укорененные.